Хей, йоу, всем привет, друзья, с вами снова я, Спайк, со мной сегодня Фокус и Гуля, и сегодня мы будем сбегать с фермы, потому что сегодня мы будем в роли вот таких милых животных. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Все! И нас будет охранять Ельцин, собственно говоря, Дима, вот он написал привет зверюге, так сказать, сегодня он будет нас охранять, и, в общем-то, у него какая-то супер жесткая ферма, он хочет сделать из нас, вероятно, колбасу или там сосиски, я не знаю, но мы не допустим этого, мы не дадим себя откормить и съесть, мы попробуем сбежать. И что же, ребята, начинается, продолжается, точнее, учебный год, поэтому я надеюсь, что у вас там все нормально, да, ну, как бы все же нормально, вот, но чтобы было еще лучше, чтобы были только одни пятерки, топовые оценочки, то ставьте лайки и обязательно, обязательно будут только самые крутые и топовые оценки. Вот, ну и что? Давайте начинать. У нас это типа побега получается. Давайте прыгаем. Но не совсем побег, потому что мы же тут что? Мы же тут будем превращаться в других животных еще. То есть мы будем не только кроликами. У нас есть еще курицы, овцы, пещерный паук. И что еще? И корова. Это получается такой как бы синтез, микс, смешивание пряток с побегом. Да, у нас что-то среднее между прятками и побегом получается. Ну, в принципе, нормально. Мы тут заперты, так нам получается нужно ждать, пока нам откроют. Мы пока что в загоне в нашем сидим. Сидим, ждем, да, пока Дима... Открыть хочется. Овцы, кстати, есть. Тут, получается, овцы вместе со свиньями сидят. Ой. 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 И с курицей, кстати. Вон, Дима пришел, что-то нам пишет. Так, хотите есть, жрать хотите? Ну да, хотим. Давай, давай, давай. Еда, 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 еда. Хрю-хрю. Ща принесу, ждите. Так, ну что, а мы сразу как-то сбегаем или что? Да давайте, Валя, Валя, Валя. Давайте. Как эти, как достопочтенные джентльмены свиньи подождать? Ну, я не знаю, мне кажется, он нас тогда сам съест. Так, что, давайте посмотрим, хоть тут походим, что тут вообще есть. Вот, смотрите, тут кабачки какие-то растут или что это? А, это тростник у нас, а не кабачки. Вон тут кнопки всякие. Ой, фига себе. А, это автоматическая ферма тростниковая. Нифига себе. Прикольно, прикольно. А я тут сундук нашел, кстати. Я записку какую-то нашел. Так, что это записка? Третья цифра 5. Видимо, тут есть какая-то дверь. Смотрите, это автоматическая ферма. Ну-ка, давайте тут еще посмотрим. Получается, надо дверь теперь еще искать. Так, тут кнопка, мне стрёмно её нажимать. Я уже нажал, я уже нажал. Это тростниковая ферма, вот это есть, что они падают сверху. Смотри, он пишет, что пшеницы нашел, но мы же свиньи. Давайте напишем, ешь сам свою пшеницу. Мы хотим лобстеров. Реально, блин. Зачем нам его пшеница? Мы хотим нормально поесть каких-нибудь лобстеров. Так, морковь, да, мы животные пошли. Да не нужна там твоя морковь. А давайте найдем дверь, от которой нам нужно вот это. А вы куда? Вы куда бежите, убежали? А я тут, короче, через какой-то проход вышел. Во, это Гуля, ты? Это я. Ой, здорово. А вы где? Это Гуля, это не ты, это я. А вон Гуля, походу, пробежала. Куда? Никто вроде нигде не пробегал. Вот, Гуля, ты, вот, ты, куда ты спрыгнула? Вниз. А вот, все, мы тебя видим, да. Так, он, смотрите, написал, что мы решили сбежать фермы, и он нас идет искать. Блин, а у меня у одной курицы забагали. Да. Да, ну, все нормально вроде с курицами. Гуль, так, ты не пались, не собирай, я понимаю, что тебе... Опа, а он стрелять, походу, начал. Да, я слышу. Гуль, он просто, походу, увидел, что ты его эти морковки начала грызть. Вы слышали звук, кто-то кушал, жрал, хавал. Да это я, да, это Гуля, морковь. Понятно. Так, ой, 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 бежим, 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 бежим. Он нас видит, мы это стоим. Я хочу курицу поменять вообще на самом деле, потому что слишком мало сердца. Ячек на овцу. Так, вот он, коров фигачит. Так, я в овцу превратился. Вот, я все еще свинья. Так, ну нам нужно искать либо сундук, либо дверь и записки остальные. Я сундук нашел. Ну-ка. А это все в огне. А он пустой, блин. Так, среди животных спрятались. Ну да, как бы да. А мы с Гулей стоим возле какой-то непонятной огненной штуки с кактусами. Я вижу, да, я вижу. А с какой стороны вы стоите? Я вот ее тоже вижу, но тут... Там сундук есть, там сундук есть. Да, я на фонтанчик встал, я вот с Гулей тут. Так. Мы все тут втроем, походу. Да, я где-то рядом с вами. Вот, я в корову превращаюсь. Ага, я вижу. Вот я. Мы типа две свиньи. А давайте что? Нам нужно, получается, как-то туда пробраться. Нам нужно либо животное, которое может по огню ходить. Но я, кстати, не знаю, какое. Таких нету, наверное. Наверное, только блейдеры. Да. Блейдеры, они как бы нет. Тогда можно как-то... А может, надо как-то курицей, типа... Ну ладно, может быть, найдем какие-то приколы, чтобы это сделать. Так, нам сейчас-то куда идти? Давайте просто по периметру все обыскивать. Вот тут, смотрите, есть тоже еще одна
на тростниковой ферме, может, на ней что-то найдем. Там, кстати, и пшеница тоже есть. Ой, а не его. Там, кстати, какой-то дом есть. Да, и там вот дырка наверху. Можно залезть, можно залезть. Кстати, это дырка или отверстие? Мне вот интересно, что это... Ребят, напишите в комментариях. Так, тут можно дырка залезть. Дырка и отверстие — это же то же самое, вроде. А вот кто знает, кто знает. Смотри, я нашел комнату здесь. Какая-то лаборатория, какие-то столы. Да. Еще у него. Это у него, видимо, ветеринарка, потому что у него животное. Что там было? Тут, короче, еще одна цифра и книга и перо, в которой написано: запер колодец и подключил управление его люком к пульту в своей комнате. Дела идут отлично. А я нашла комнату с кодом. Ну. Где? Блин, как объяснить? Как объяснить? Он тут прибежал ко мне. Так, а смотри, я через другое окно, если что, вылез. Нам нужно как-то с Гули встретиться, потому что нам... А у вас нету, кстати, еды вообще? У меня что-то с голодом проблемы. Да? А у меня, кстати, голод не тратится еще почему-то. Тут, короче, домик напротив мельницы с кодом. Зелье огнестойкости на 3 минуты. Мы сейчас можем, по идее, по тому огню пройтись. Это просто невероятно. Осторожно, он возле лабиринта входит. Тут вот как, короче, выходить из этого... О, это ты, корова? Да, это я, да. Так, Агуля, ты-то где? Я тут около этого домика. Он тут бегает все вокруг меня. Короче, вот за этим лабиринтом, походу, его этот дом с дверью, куда нам нужно попасть. Вон там где-то второй этаж и зонтики наверху. Я, походу, вижу там, вон, курица, стой, вот, так, вот мы. Вот так, сюда идем. Давай, показывай. Так, подожди, там дверь не кодовая, там дверь на лицо у него. Так вот еще кодовая. А вон кодовая дверь другая. А, окей. Кстати, мы можем, знали, что мы можем под этими прятаться? Прикольно. Кстати, тебя из-за еды очень плохо видно, так что это вполне себе. Да, прикольно. Вот под тортом, если спрятаться. О, вон! Блин, я в кролика превращусь. Так, тихо. Он, короче, проверяет всех. Так, ну нам... Я отвлеку его! Я му! Нежная корова! Так, а он что-то от меня убегает? Мне не заметил, ладно? А он по мне просто... Два раза прибежал. Капец. Вот это было жестко. Давайте вот сюда в мельницу куда-нибудь спрячемся. Только, подождите, а как в эту мельницу пройти? Тут, походу, прохода нет. Тут камин. Давайте подумаем, что нам вообще делать, потому что... О, корова спалилась. А кто корова? Да я уже переоделся. А ты с второго этажа это не заметил? А я вон... Чё? Записку. А, возьми. Вот тут. Давай тебе дам. Давай тут быстрее. Он прям у меня на глазах убил защитную курицу, которая меня спасла. Просто меня. Выстрелы беспощадно. А где он? Мы из Гули на мельнице. Он возле мельницы, вокруг нее. А, в смысле? Он не увидел. А вон он, я его видел. Вон он. Он с той стороны. У нас осталась одна записка. А, ну она знаете где по логике-то? Где огонь, да. Где огонь? Давайте туда пойдем. Вы уже вышли, да, из мельницы? Да, в мельнице взяли. Так. Погнали тогда, где огонь получается? Ну я подхожу туда, я вроде помню, с какой стороны там было. Я ее пока не вижу, кстати. Я тоже туда иду. Тогда что, я не знаю, я не хочу быть там кроликом, потому что там еще есть кактусы. Так, вот, ты превратился. Так. Ну я на всех нас кину. Все, я... Погнал. Я надеюсь, тут только огонь и нет, типа, шипов. Вроде нет. Тут кактусы есть, но они достаточно далеко друг от друга. Так, два. Все, я пытаюсь назад вернуться, вообще ничего не видно, на самом деле. Очень непонятно. Прыгать нормально, если... А, ну, ладно. Так, теперь нам нужно к двери как-то вернуться. Давайте сейчас догорим и обдумаем план, как нам вернуться к двери. Так, а куда нам вообще идти-то, кстати? Получается, если мельница там, то нам куда-то вон туда. То есть напротив... Наш напротив мельницы, да, по-моему, была вот этот дом? Так, ну все, ладно, возвращаемся тогда к дому. Он, кстати, там где-то, Слышите? Блин, это горение? Я ничего не слышу. Да, горение что-то не проходит, Горение... Да, может, надо воду найти, может, здесь... Я бегу, потому что если мы горим, он нас, походу, так и нашел. Давайте, тут короче... вода недалеко. А, еще знаете, в чем прикол, как он нас нашел? У нас еще этот... Частицы летят, да. Так. Нужно, как, сколько там времени вообще до этого зелья еще? А вот оно уже заканчивается, оно мигать начало. Где вы? Я в загоне. Я бегаю тут, короче, ищу воду. А, вот, я нашел. Там, кстати, я нашел закрытый, походу, колодец, про который писалось в книге. Я его нашел, он тоже там, где огонь, но с другой стороны. Он недалеко. О, блин! Он возле двери на... Блин, погодите, у меня частицы еще летают. Еще минуту будут, это вообще жесть. А я, короче, у входа, но тут он что-то бегает вокруг меня, ничего не понимает.
Так, 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 так. Он тут коров валит. А подождите, а какой ход-то? 2, 2, 4, 5, 8, если что. 24, 5, 8. Вон, он ушел, гоу. Попробуем. Он прям возле меня тут. Давай. Чё он стреляет-то по своим вообще животным? Ему нормально? А может ты его пока поотвлекаешь, но мы с Гули типа зашли. Да, а я тоже зашел. Мечи. Так. А что нам дать тут еще-то? Вот тут, смотрите, можно пройти. Ага. Вот тут, если в один блок, можно пробежаться. Так, нормально. Но это надо превращаться, подожди, я в курицу. Давай. А я тебе мог открыть. Он там его ник видно, он рядом. Он в доме? Не, он вон, возле выхода и входа с лицевым ID. А, блин, так давайте тогда куда-нибудь отойдем. Вот смотрите, тут есть наверх, вниз. Давайте вниз сначала сходим. Надо посмотреть, что внизу. Тут бассейн. Ой, спруты. А, спруты, да, реально. Так, мы давайте их завалим, превратимся. Так, раз, два, три, четыре. Да, я тоже, блин, а у спрутов много сердечек. Кстати, мне кажется, мы сейчас, если откроем, нам нужно пульт управления колодцем. Если мы сейчас колодец откроем, вероятно, там будет вода. И как раз таки мы должны спрутами будем пройти. Он что-то подозревает. Он что, в доме уже? А, он уже в доме, смотри, он в холодильнике. Так. Я на втором этаже, Это что? Я на первом этаже буду следить, короче, за ним, пока ищи там, где. Да. Ну. Так, он что-то. Я, походу, нашел. Ну-ка, люк колодца открыт. Да, он сейчас на второй побежит. На второй. Идет? Он что тут кидает какую-то еду? Он вышел из дома, он пошел куда-то, наверное, в колодец, не знаю, в колодцу пошел. Ты уверен? Ну да, он уже вышел, вот побежал куда-то в ту сторону. Вытянулись из дома, пока так, шанс. Да, нам нужно как-то выйти. Давайте через кодовую дверь сейчас выходим. Блин. Так, ну пошлите тогда. Блин, а он сейчас может там еще раз спалить. Какой там код? 2, 4, 5, 8. Все, выходим и погнали. Если это тот колодец, про который я говорю, то он сейчас, по идее, должен открыться. Но я не уверен, что это он. Так, вы видите. Ой, блин, меня? А что, спрут не может быстро бегать? А еще все в тумане. Спрут, подожди, ты лучше спрута не используй, потому что ты задыхаться начнешь же. А, ну, реально? У тебя же там дыхание. Лучше пока его не включай. Так. А что, все в тумане, когда ты спрутом, типа, бегаешь? Да, там вообще ничего. О, он там. Да, он около колодца. И колодец открылся, реально, я вижу. Он был закрыт, это он. Так, давай. Я тогда в спрута превращаюсь, и сразу же, блин, он и бегает как-то медленно, этот спрут. Все, я залез. А вы поняли, в какой колодец? Да, все, беги. Ну, курицей, не знаю, мне кажется, спрутом лучше все-таки, потому что тут у тебя дыхалки может не хватить, а у курицы два сердечка и... А, ну хотя нет, тут можно и курицы, реально, смотрите, тут есть воздушные карманы. Ну да, так, ты права. Так, ну что, я спускаюсь. Так, я тут в самом низу. Кстати, глубоко вообще. Так-то, да? Ну, может, и курицы, но, типа, чувствуешь себя в своей среде, так сказать, когда... Так. А стоп, а это не под... А, да, это не под водой, кстати. Ой, блин. Какой-то... А вот, ой, ой, так, я уже... А, ладно, нормально, спрыгивайте. Короче... Я, пожалуй, курицей. Да. Блин, жалко, нельзя в самого себя превратиться. 10 сердечек. Ну, ладно, буду коровой. У коровы тоже... А, так, кстати, там кто-то есть. Вы уже спрыгнули или я только спрыгиваю? Да, спрыгивай, тут вода. О, тут алмазные мечи, кстати. А, меня трясет. Давай. Это ты потому что превращался. Смотри, там, короче, чувачки какие-то. Ну-ка. Ой, так это ферм... Так. Это фермеры, ой. Они агрессивные, кстати. Ой. Давай, вали. Капец, не дают бедным животным сбежать. А, подожди, а корова может же пройти? Ой, осторожно. Да. Ой. Блин. Осторожно! А, еще один! Тихо. Давайте кто-то один пойдет вперед. Я могу героически принять на себя удар! Я убил одного. Ты можешь отойти, если что, подрегениться. Я, кстати, я за паука. Они слабо бьют, нормально. Я за паука, мне сердечек нормально, если что. Типа, я могу защитить. Так, нам сюда, Дима. Вероятно, да. Так, тут, короче, лазеры. Нужно их как-то. Ну ладно, их пропрыгать можно. А этот просто по низу. А очень гениальный лазер, второй, конечно. Ну да. Так, это что за кролл бежит пожилой? Так. Ой, а он что, смотри, он спалил, что мы прошли. Ну да, там же писали в чат эти фермеры злые. Да. И он нам пишет, что нужно вернуться. Нас сейчас зажарят. Можно через лаву пройти пауками, по идее. Но, блин, если мы упадем, так-то опасненько. Нет, там на углах очень сложно пауком. А там по углам лава или типа про что сейчас? Ну там лава, вон, да, кстати, там не пройти пауком. Блин, жалко, паук не может по этому, по потолку лазать. Так, ну нам вот тут можно. Но это что, это Тинтираныч или что? Да, это Тинтиран. Так, ну как тут? Ой-ой. Тут по-любому кому-то нужно будет пауком тогда проходить. Типа тут два пути, видимо, куда можно пройти. Ну чё, кто побежит? Ну давай я побегу. Я постараюсь минимально задеть. Ну-ка. Ты свинкой пробежал по два блока из этого, что толстый. Так, я прошел, чё, кто следующий? Ну,
Тут только на одного человека, скорее всего, осталось просто, так что кому-то придется пауком доползать. Ну, я попробую, так что давай беги. Ну, давай, попробуй. Вот тут, главное, последний прыжок, главное, чтобы у тебя получился, давай. Погнал, оп, все. А может, Гуль, подожди. Нет, тут не получится, тут надо пауком. Думаешь, не получится? Ну, так, там... Так, нужно зацепиться. А погоди, ну, попробуй, да. А вот, смотри. Она сможет вот здесь-то? Подожди, отойди, у меня есть один блок. Может, я это поставить? Читы просто, это просто читы какие-то. Так. Вот так вот, на всякий случай. Давай, это просто какие-то читы, проползла. Так, а тут еще тинтиран. Тинтиран, не знаю. Ну да, я забыл вам сказать, тут еще один тинтиран. Вроде выглядит легко, но все равно страшно всегда. Такое неприятное. А, там можете дальше вон туда еще бежать. Ну давайте, тут оп. Я прошел. Блин, свинья реально задевает два блока сразу жиром своим огромным. Капец, сюда дальше еще паркур, блин, я не знаю, это просто капец какой-то. Че, вы прошли? А, ну, да, ну да, понятно, мы... понятно. Бежим. Ну нам страшно, че? Так, ну Гуля не страшно. Чисто на читах проходите. О, тут какие-то криперы, кстати. Но мне кажется, ну-ка, мне кажется, они... они агрессивные, да. Капец. Главное, чтобы они не взорвались тут нафиг, потому что тут лава везде. Так, мы прошли с Гулей паркур. Они не взорвались, но с них выпали... Тихо. С них крипер-шарды. Фига их дофига с них падает. Да. Сразу три выпало. Ну, с первого, кстати, один выпал. Так, ой, тихо, не подходите ко мне, я сейчас его... Это какая-то типа лаборатория по спецподразделению выпуску криперов? Походу да, чем-то тут кормят, мне кажется, огурцов, и они вырастают вот в таких вот криперов. Так, отходите. Так, я отошел. Так, ну, судя по всему... Хочу стену взорвать или что? Да, я хочу стену, ну потому что тут по логике, типа, смотрите, тут все из этого, надо ее взрывать. Так, ну давай. Ой-ой-ой! Подожди. Она на один раз, эта штука. Ну, кстати, логично, что их много, потому что там, видимо, много стен придется взрывать. Ну-ка. Так, оп. Ну меня что-то задело так нормально. А, так, ну что, готовы? Я взрываю. Все. Ну, давай, взрывай. Только лучше подальше, да, отойдите. Так. О, вы живы? Нормально все? Да, живы, дым. Капец. Тут разнесло все вообще. Да. Так, тут, короче, какой-то типа проход. А, стоп, назад. Тут еще стена. Ну-ка. Отхожу. И тут сундук какой-то есть. Ну-ка. Опа. Вот это вам понравится, идите сюда. Короче, а мы можем в эндерменов превратиться? Блин, не, в эндермена у нас нет. Ну ладно, окей. Кстати, да, стой, не надо. Тут вообще не телепортируйтесь, потому что она же урон наносит. Да, я вот сейчас видел, как я тебя задел. Да. И еще наложилось, кстати, ослепление. Кстати, а мы тут как-то не можем выйти? Смотрите, это не та лава. Вроде нет, да? Это какая-то другая. По-моему, нет. Ну я вот, можно туда на крышу, но я что-то там не хочу, там, мне кажется, выхода нет. Давайте вернемся. Давайте вообще. Да, просто обратно. Потолок. Там же сзади, помнишь, была вот эта, ну, с другой стороны можно было пройти, там еще возле лазеров. Да, я вот и туда и хочу вернуться. Только надо тут как-то чисто порталами, давайте друг с другом пройдем. А, хотя, погоди, ну-ка. Оп, я прошел туда, кстати, в четыре порталивания прошел. Давай. Вот, прямо сюда прыгай. Оп, опа. Чуть-чуть задело, нормально, я там сам встал, затупил. Так, это кто? Так, это ты, да? Сейчас я иду к вам, а то тут что-то чуть-чуть. Давай. Ой-ой-ой, ну, Гуля, короче, все нормально. Давай, Гуль, ждем тебя. Вот, видим. Так, все, давай, прямо сюда, прямо к нам. Давай, телепортируйся. Все, хорош. Ку-ку. Так, а что тут, ну-ка? Тут. О, тут летучие мыши, кстати, есть. Ну, в принципе. Ну давайте возьмем. Хотя с портальной штукой, я думаю, нам. Надо уже... их убить тут сложно. Надо их дофига заспавнить, короче. Ну да. Ну, в принципе, с портальной штукой нам уже, мне кажется, все равно. Не? Так, все, я убил. Так, ну-ка. Да, я могу превратиться в летучую мышь. Но оно-то все равно, но типа это как знаешь, очки стиля можно использовать, а можно. Ну да, в принципе, да. Так, что. Ой, тут идите сюда. Нам прилететь вот сюда, походу. Ой! Нужно. Ой-ой-ой. Так, а я понял, знаешь, что это? Это, походу, вот эта труба... Да, прыгайте и телепортируйтесь прямо. Это та самая труба, которая у него на участке была, помните? Вон, да. Да, ну вон, мы уже вон. Все видим, я потому что летаю в мыши. Да, а видите, где он? А, вон он стоит, кстати. Стоит, что-то смотрит, нас найти не может. Короче. Огромная ферма, конечно. Да, ну-ка. Да, как мы с ней сбежали, ну это я не знаю. Ну, короче, ребят, если вам понравилось, то ставьте лайки, если эта рубрика вам зашла. Такое объединение побега и пряток, и превращений. Короче, по-моему, просто топчик. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Гуля, Фокус и Дима. Всем пока! Всем пока!